Совсем недавно здесь были заросли и сорняк, а сейчас появился сквер. Возле школы номер 3, благодаря совместной работе социально ответственных предприятий, обретает черты новая общественная территория. Металлурги выделили средства на обустройство пешеходных дорожек, а теплоэнергетики занялись озеленением. Сегодня в сквере высадили рябиновые аллеи. Я выросла в этом городе, я видела, что здесь творилось, какой здесь был сквер. Вот сейчас это место, благодаря в том числе и нашим усилиям, преобразилось. И теперь мы будем приходить сюда, смотреть на наши деревья. Здесь будут гулять люди, играть дети. Это очень замечательно, это очень здорово. Экологическую акцию приурочили к 20-летию Пауты Плюс. И прошла она во всех 20 городах присутствия компании. В зависимости от климата были выбраны разные виды деревьев. Где-то хорошо растут хвойные, где-то каштаны или березы. В Балакове сегодня высадили 50 саженцев рябины. И в это же время в остальных городах теплоэнергетики также высаживали маленькие деревца в лесных зонах и в местных парках. 50 тысяч деревьев. 50 гектаров символизирует 50 тысяч сотрудников Пауты Плюс. Данный район выбран совместно с администрацией. Мы хотим внести вклад в развитие инфраструктуры города. Это наш такой первый шаг. Свои поздравления с юбилеем Пауты Плюс передал и генеральный директор компании Андрей Вагнер. Он отметил, что теплоэнергетики уделяют большое внимание экологии. Почти все станции за 20 лет перешли на природный газ. И теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Кроме этого, в городах присутствует компании проводятся различные экологические акции. И я очень рада, что мы работаем в такой компании, которая поддерживает такие экологические акции. Это не разовая акция, то есть она периодически проходит в нашей компании. Это вклад в историю города, в его развитие. Сейчас новый сквер выглядит несколько пустынно. Работы по его благоустройству еще продолжаются. Но уже следующей весной на молодых деревцах появятся первые листья. И местные жители с удовольствием будут гулять вдоль рябиновых аллей, высаженных теплоэнергетиками.